В Центральном парке Люберец появился детский автогородок. Он предназначен для практического обучения правилам безопасного поведения. Торжественное открытие специализированной площадки прошло в рамках единого дня профилактики детского дорожно-транспортного травматизма «Детям Подмосковья. Безопасные дороги». Раз, два, три! Появление детского автогородка – значимое событие для Люберец. Символично, что оно состоялось в преддверии 400-летнего юбилея города. На празднике в честь открытия обучающей площадки школьники со всего городского округа. Ребят поприветствовали почетные гости. Ребята, набирайте здоровья, сил, получайте знания. Ну а лето провести вам, конечно же, безопасно. Хорошо набраться новой энергии и, конечно, с 1 сентября пойти снова учиться в школу. Всех с праздником! Здесь вы научитесь практическим навыкам, как вести себя на дороге. Изучите дорожную азбуку и никогда не попадете в дорожно-транспортное происшествие. У нас когда-то был автогородок, он был очень давно, и все нужно возрождать, нужно восстанавливать на более высоком уровне, поэтому мы возрождаем вот эту замечательную традицию изучения правил дорожного движения с самых ранних лет. Теперь на этом специализированном автогородке будут обучать азам вождения велосипедов, электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Мне автогородок очень нравится. Планирую посещать. Я состою даже в ЮИД. Вступив в отряд, я научился доброте, хорошим чувствам и лучшему знанию правил дороги. На территории Центрального парка работали интерактивные площадки для школьников, где проходили обучающие мастер-классы. Также для гостей праздника организовали выставку современной и ретро-автомототехники госавтоинспекции. Луиза Егиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.